Ребят, управляем с работы. Поднимемся, я вам начну объяснять, кстати, что с камерой. Ты идешь? Я боюсь, как бы здесь куртку мне не порвать. Такая, вот такой лаз. Блин, здесь спользка. Да. А нахуй? Я на ноге. Держи камеру, передашь. Снимай меня. Я стесняюсь. Угораем. Переграние. Так, ребят, короче, объясняю. Когда мы были на Варкаусе, в первой части, я вешнул камеру, типа там, ну, типа на руль байка, похоже, там есть, как его называем, байк, тренажер. И я там зажал кнопку, короче, нижний, как сказать, зум. Убавляет зум тоже. Ну вот. Я ее зажал, пришел домой, покушал, пути заговорить, встретить под повозже. Вот. Я стал разбирать камеру, разобрал, стал вставлять, ну, искал, где звук этот, нашел, снял микросхему, чтобы вставить обратно эту кнопку. Ну вот, я называю вставил. Я вставил так, что не удастся никому. Кстати, я иду по мосту, да? Я иду по трубам, точнее, на мосту. То есть как в мусоране поехал. Ой, извините. Ой, извините, полиция. Короче, я сфигачил этот шлейф. Он там, он в камере, но просто не прицеплен к экрану. Я сейчас херачу по трубам, которые всех скользят, кстати. Мне никто же залазит. С ним все в порядке. Он работает, я проверил. Но он как бы не контачит с разъемом, который, куда он вставляется. Из-за того, что не до конца вставлен. Надеюсь, это не менты. Снизу справа. Кстати, мы перешли уже речку пересекли таким способом. Вот там еще один способ, который мы должны вылезть. Не, их залазить на трубку. Там иначе выше. Там высоко. Залазить. Справа, который же? А, ты на забор сам залезь, ой, уж не упал. Так, мы переходим к еще одному лазу. Некит, я тебе говорил. Давайте, я здесь жду. Я пройдусь пока вон туда. Вот туда. Я хочу пройтись вот так. Мама, мама, я в Ютубе. Короче, сейчас слезу. Ребят, я думаю, сейчас мы спустимся. Про шлейф там вроде все договорил. Сейчас мы спустимся туда вот, в сторону Ашана, на дорогу. Здесь у меня аккумулятор 10, потому что мы где-то мой еще один аккумулятор. Я думал, ставил, видимо. Просрали. Именно. И пип. После того, как мы взяли Ашан, я начну снимать, потому что мы хотим прокатиться на лифте. Мы купим сначала мороженое. Посмотрим, сколько стоит протеин. И потом там на лифт кататься. И там будет дикий уже угар дальше. Ждите, следующего включения, это будет интересно. Сейчас мы с ним идем в лифт. С ним. Ты со мной идешь. Со мной идешь. Видишь, все заняты. Сейчас подожди, надо жам. Я как бы нашел. Держи. Пошли. Ребят, короче, угар не удалось. Во-первых, потому что до нас доебался какой-то чел за вот эти штаны. В камуфляже, в спортивке. А, во-вторых, с нами ехали люди в лифте. Да ладно, объясню, что был прикол. Сейчас пойдем. Очень быстро. Короче, угар заключался в том, что в Ашане раздвигается дверь у лифта вообще на раз-два. Может, то есть в шахту вылезть спокойно. Сейчас, сейчас. То есть, когда мы
заходили в лифт один раз. Вот это нам идиот. И вот тут вот это. Оказалось, что двери раздвигаются. На раз-два, просто двумя пальцами можно их раздвинуть. Я хотел повторить то же самое. Мы вышли из туалета. Протуалетились. До этого доебался чувак. За шмотки, типа, ответишь. Чё-то на него стало быть. Мы забежали в лифт, нахуй. Поехали с кем-то. С какими-то двумя тёлками. Добрались до верха. И было уже тупо лень еще раз спускаться или подниматься, чтобы поехать без людей. Потому что по причине того, что мы долго бы ждали без людей на первом, потому что народ все ходит и ходит. А до первого, чтобы там доехать, там всего раз-два, две секунды. Потому что там лифт быстрый, очень. Мы доехали за... Сколько мы доехали? За 2,5? Наверное. Ну, за 2,5 минуты. Ой, секунды, блядь. Получается, что мы тупо, даже если бы успели, мы просто встали бы в этой шахте. А если бы еще двери заблокировались, то у нас бы реально там уже пожидал бы орда охранников, и тогда нам пришлось бы сматывать. Ну да, влог бы эпик получился. Если бы еще нас забрали, вообще это еще эпичней. Ну как-то стрёмно стало то, что там люди при них не стали сбегать. Я себе очень мороженое ел, видал, я его доел только что. Там еще совершенно. И все. Сейчас мы направляемся в Орех. Через администрацию, где, кстати, был весь наш третий влог. Начинался. Вот это место. Мы сюда пройдем через него. Это самый просматриваемый у меня на канале ролик. Там 300 уже с чем-то просмотров. Не 400. Нет, на канале 435. 300 или 200 с чем-то. Вот именно в этом месте я начинал свой третий влог. Я не знаю, почему он так прославился. Третий влог. Вот здесь мы бегали. И вот там мы были. Я думаю, третий влог моим подписчикам многим запомнился, потому что особенно салюту. Мы думали, ничего такого красивого не будет. Но казалось, что было по красоте. Давай здесь попробуем. Ребят, давайте зажжем на сцене. Здесь сцена когда-то была. Я снимал вон оттуда вот стол. Мы снимали вот от того места. Здесь была сцена. Там мы гуляли. Третий влог нахер. Кстати, смотрите, любуйтесь третьим влогом, потому что... Ну, реально того заслужил. Там самый охеренный рендер был. Там самые офигенные моменты в моей жизни. Сейчас мы просто уже такие довольно уставшие, без включенного экрана моей камеры, шагаем в Орех. Туда. Вот, оранжевый зданий, за ним еще там одно здание. Туда дойдем. О, кстати, охеренное сечение. Сюда. Здесь охеренное сечение. Там уже оружие. Вот. Идем до Ореха. Я думаю, продолжим. Попробуем там прокатиться на лифте. Если кое-кто остановится. Орехи, я попробую. Только я могу попробовать в магазинах раздвинуть двери лифта при камере. Кстати, в Ашане только что камеру я увидел. Я ее там до этого ни разу не видел. Она там стоит прям в углу, там такая маленькая стекляшка. За ней камера не горит. Я думаю сейчас, даже я не буду отключать видос, а буду говорить. Если люди не пойдут навстречу. Стой, давай залезем сюда. Не, красоте, нет, подожди. Ё-мо. Кстати, ребят, влог, возможно, уже скоро кончится, потому что у меня садится батарея в камере. А у меня куда-то делась вторая батарея. Нет, я реально не знаю, кстати, где она. Может быть. Ой, здесь лед. Я вижу сейчас оборчик. Блять. Вот так все. Даже говорить ничего не хочется. Если я не лоханулся. Дико.
Улыбнись. Еще попробую слезть и спрыгнуть. Потому что кто-то сейчас будет держать мои вещи, там сейчас будет плавать по мусорке, наверное. Больше никак не имею. О, кстати. Никогда здесь не лазил, так далеко. Лучшие люди лучшего города, ребят. На, короче, снимай, я сейчас буду по мусорке слазить. Мишка падает на землю. Ха-ха-ха. Сейчас будет землетрясение. Я думал, по мусорку слезть. Зря так думал. Надо было, кстати, с рюкзаком. Почему идем? А Богдан закрыл. О, пошли, да, через него. Слушай, пошли через лестницу пойдем. Я сейчас покажу о том, о чем я писал на Озоне. Ребят, вот эти громадины. Просто смотрите, еще куда. О, пати-бус, слушай. Народ, кто помнит влог номер 2, Open Air, мы были в нем. Именно в этом автобусе. Денечка, ой, некий тон. Что нам опять тут делает? А я не знаю, там и сам, наверное, вечеринка какая. Именно отсюда, да, я. А они здесь сюда ездят. У них вон там этот автобус, кофе-автобус, типа кафе. Стоит еще. Вы здесь прогуляемся, короче, чисто туда пройдем. Снег здесь идет. Короче, эти уже заброшены за них. Я никогда давно не видел. Я это сделал. Там, короче, лестница, по которой я бродил. Все почти свое детство. Вот заглянем. Некий там пусто и там. Подожди, я сейчас фонарь. Да. Пол с тобой за. Согласен. Ребят. Для тех, кто живет в нашем городе, объясняю, вот. 500 метров отсюда. Новый Макдак. Не новый. Нет, посвети посильней. Сюда. Наш старый Макдак. Все. Это наш старый Макдак. Он, кстати, пустой. Смотри, вообще. Кепка. Я не знаю. Ты там кто-то живет, походу. Одежда, видишь, лежит. Ребят, здесь уже народу давно не было никого. О, касса. Касса бывшая. Кстати, она почта, что выглядела далеко. Это прикольно, смотрите. Пати-бус он припарковал, смотрите. Да, он не открыт, он такой. Кто? Пати-бус? Он закрыт. Я про автобус говорю. А, этот? Кафе. Он считался. Ник, сейчас, по-моему, куда-то поедем. Блядь, слушай, а ты вниз спустись. Давай. Они, короче, выходит в автобус. Видно, твою походу, мать! Походу, заказали его просто, смотри. Кого? Автобус. Говорю, порвешь ленту? Где пальцы? Я вижу, вижу, вижу. Кафе. Порвешь? Я замерзла. Проводим. А мама, мама, босс кринина. Мама, босс кринина. В вашем сторону. Кстати, что там значит? Смотри, что делаешь. Я там делаю. Вы сейчас? Вот так. Сейчас, друзья, надо. Я посмотрю. Два самых лучших автобуса. Кстати, да. Два самых лучших автобуса в нашем городе. Еще, кстати, есть такой же пати-бус. Только синего цвета. И он... Вот он. А, гаражевник. Вот тут я знаю. Раз, два, три. Хочу я в этом пати-бусе кататься, честно, по городу. Можно посмотреть, как. В такой бус я уже ходил. Даже в нем был. Мне там все понравилось. Ну что там, тут сидишь, тонируем автобус. Всё. Тонируем, видишь? Там хрень. Тонируем.
Там не сильная тренировка так. Он тебе по городу ездит, бывает. Только я не понимаю, как, когда ему колеса цепляют, я так понимаю. Он даже не круглосуточно работает, он скрывает так вот. Колеса ставит и увозит. Бывает, не увозит. Я так понимаю. Потому что он бывает здесь ночью стоит. Мне кажется, без колес. Сейчас. Мы походим к Ореху. А, офигенно, Орех. Надо сказать, перестал светиться Орех. Орех. Видео светится, торговый центр светится, синий такой. Нет, это орех, нет. Орех, почему сэкономили? Где надпись здесь? Высветите надпись. Ну, дали собака на полку. Мы не можем. Кстати, дай попробуем потом. Давай там не пойдем. Я здесь на велике лету. Эй, именно вот здесь я должен был взять эту катушку. Первую. А я этого не стал делать. Мороз, офигенно. Ой, еще один. Найс. Флешмобки опасно. О, человек, вот это, кстати, самый красивый. Елочка. Слышь, нет, мне вроде некогда делать звездочки. О, оленята. Звездочки. Снеговик, шляпы. Еще один. Дед Мороз должен. Елка должна быть. Сейчас, подожди. Интересно, вообще, что он здесь делает? Когда здесь не запрещено есть вообще. Сниму его уровни. Здесь нельзя ездить грузовым сильно. Но, кроме автобусов и маршрутов такси. Ну и таких газовик. А здесь ездят грузовики. Прикиньте. Я хотел угарнуть в Ашане. Влог бы набрал побольше. Но ничего не получилось. Камеру гони. Камеру гони. Слушай. Нет, ты мобилка, я камеру. Короче, мы... Короче, у Ашана экран разбил. Какой Ашан? Я говорю, ты у Ашана экран разбил. Сломал. Не разбил, сломал. Почини. Сейчас приду домой, когда после Ореха. Кстати, мы после Ореха примерно. Ну, может, даже позже пойдем. Ну, может, мы чуть-чуть до начала пойдем. Да, кстати, мы, может, еще на вокал. Вы там между ними какая-нибудь видите? Ну, что? Я думаю, там еще какая-нибудь видите. Просто нормально вообще. Просто там занимаемся. Сейчас зайдем в Ашан. Что? Зайдем в Ашан. Ашан? Да, в Ореха. 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 Реклама, кстати. Орех, вы мне должны. Я вас прирекламил. Нет. А нахера? Там в эту лестницу зайдем. Куда нам надо идти? Только по лестнице наверх. Куда нам идти? Четвертый. Четвертый. Кстати, нет. Я знаю, чего можно. Че? Как ты знаешь? Заброшку сходить. На Шанхай. Оставлять. На Шанхай. На ход Шанхай там ничего не почти. Там есть. Чего? Там на крышу охуенно забраться. Вот особенно через эту иду. А ты знаешь как? Да. Показали, там как? Можно другим способом забраться. Все замок открылся. Открылся. Ребят. Внимание, ведется видеонаблюдение. Ребята! А еще такая nice and hot. Бриз! Короче, селфи, так называют. Ребят, сейчас мы будем подниматься по этой лестнице. Примерно. Ух, ебать. Сейчас задул. Я сейчас только сейчас задул, куда нам надо идти. Грубо говоря, может, что-то наш поднялись. Грубо говоря? Нет, грубо говоря, мы на втором. Мы на втором этаже. Это второй, нет. Не считая того, что здесь потолки высокие. Да, два. В нашем доме это второй. Еще он на третий этаж. Вот уже третий. Второй этаж, это третий, ребят. А тут уже первый. Ладно, второй. Второй еще. Второй этаж. Нас снимает, а мы ее. Кстати, это можно офигенно фоточку забаться. Из города. Это получается почти весь наш дом. Да. Не, не весь. Я не знаю, там видно, не видно.
Я думаю, вы сами поймете, там видно, не видно вам. Видно. Кстати, это не все. Три белых машины, причем они одинаковые. Так они стоят по-разному. Кстати, да, две тачки одинаковые, народ. Такое вообще впервые вижу. Хотя нет, нет, не одинаковые. У этой вырез заднего стекла. Вот этой. У меня вырез заднего стекла, короче. Видишь, под углом. Это, возможно, две Мазды. Или, нет, вторая Тойота, по-моему, стояла. Ближе, которая к входу. Тойота. Кстати, ребят, кто-то мне докапнулся насчет, потому что у меня дышка бывает. Когда поднимаюсь из-под колен. Какой же этаж? Третий. Когда я говорю, у меня дышка, да? У меня такая сильная. Смотри, смотри, еще. А? Вдохни. А у меня дышка. На каждом. О, смотри, это лестница просто. Это только третий этаж, мы уже почти до дома. Это четвертый, пятый или шестой. Я не знаю, сколько этажей в доме. Сейчас. Ребят, наш город. Наша зона. Царство золота не заплатили дома. За их надпись. Ну, короче, тут 9 этажей. Че? Почти. Я девочек пишет. Сейчас не пишет. Видите? Вообще не надо надписи. Кстати, здесь у меня офигенный месяц. Видишь, там офигенный месяц здесь внизу. Я на площадке. И там еще этаж. И мы идем с камеры. Женщина. Человек, кто нам дает копать? Да, не знаю. Вот смотри, я же сказал. Че? Пятый этаж. Боже. Так, а вообще мы нахера четвертый пришли? Туалет. Ты в туалет? Да. Ты тебе не был, что ли? Кстати, это наше радио. Видео, холдинг, радио, сити. Кстати, что такое? Что? Вот, это как в Эквилоне то, что было, который... Тоже мне, кстати, писал. Вот сколько мы запрошим сейчас. Там бывают люди ошиваются. Вы зайдем? Чего зайдем? Сюда. Я не можно, ты что, такого? Да можно пройти посмотреть. Здесь значок тоже с камерой. Пойдем попасышь или куда-то там. Извини, что спалил мне. Супер. Делать нехуй. Это как бывшие. Аквилон. Да. Хоть смотри, как их прикольно сделали. Аквилон тот же, да? С новыми фишками. Призы какие-то. Кстати, мне вот эта херня нравится. Что-то здесь очень меньше. Мы выйдем из туалета, пока не скажут, убирай камеру. Ребят. Пошел мальчик. Венте. Сколько стоит? Сколько это стоит? 150 рублей. 50? Не, ну ты понял, да, что я хочу? У меня, кстати, такие билетики остались с этого. С Эквилона. Еще когда попал. Кстати, такая же херня. Сюда хочу. А батуты есть здесь? Все есть батуты? Я жду. Давай посмотрим.
скользел у тебя пилот. Просто рулетка и видишь. Милейский. Слышь? Ней. Просто пали. Ней. Пали, что здесь можно выиграть. Чисто женский аппарат. Чисто женский. Смотри, сколько. Видел, сколько девчонки билет. Че? Дерни рычаг вниз один раз сильно. Интересно. А что здесь? Слышь, смотри на экран. Ты остановишься? Это просто показывает, как она играет. Нет. Загляни. Тикет. Эй, come and play. Вообще просто же спам. Ты что? Ты псих. Че, думаешь, они выпадут? Потом типа играл. Большие тысячи. Сколько? Почти тысячи. Сколько стоит? Там билет. Чудо парк. Цена игры 80 рублей. Кто проебал, то еще 80. Да, я тоже хочу туда. А? Для нас уже поздно. А, это, к сожалению, да. А вон лабиринт, прошу почитать просто. Он даль просто подрыгался, посмотришь. Я хожу, снимаю, кстати. Они видят. Я не вижу точно. Комасон, ты чё? Комасон. Сейчас посмотрим, ладно? Идем сюда тратиться, короче. Вот, о, видишь, смотри. По билетику выигрываю. Здесь это игрушка, конечно. О, там есть. Подожди. Интересно, честно, через раз. Аппарат отдыхает. Я бы с ним бы сфоткался. Сядешь, сейчас сфоткаешься.
Сейчас, пожалуйста. Мне жалко тут. Прошление. 15 рублей. А насчет как пополнять? На кассе. Прям тут? Да, кладете деньги, даете, и я вам покажу. Завтра придем, короче, с деньгами еще. Из камеры на лбу горнем. Вот это мой. Ребят, советую, кстати, эту херню. О, слышь, знаешь, что я нашел? Хочешь ему залезть? Давай, давай. Подожди, сейчас остановлю видео. Ребят, мы отсюда же продолжим. Сейчас. Ник, Ник. Именно вот из-за этих вот двух автоматов, только в Орехе, из-за Сеги этой я полюбил авто. Так, и так я раньше, если любил, вот так все купить. Смотрите, ну как накреняется на реальности еще. Давай пройдемся, я просто чисто сниму вот эту херню. Ребята, это счастье. У нас такая херня была в Аквилоне. Я ее любил. Дико. Без оператора. Нет, это она опять показывает, как надо. Что? Он опять просто показывает, как это надо. Пишешь, что никогда не выйдет. Прям немного. Нет. Ну а что это пишешь? Почему? Смотри, как ёбнешь. Да, согласен. Кстати, вот я такую херню хочу домой себе. Чего? Чего? 100 рублей. Да? Вот там 100 рублей. Сколько мне? 100. А минут? Гонка? 3D. 3 экрана и 4 дыры. Не, физично. Интересно, альбины сюда ходили, где они здесь ошивались? Чисто в автоматах? Не, я вообще, знаешь, на этой херне просадил все билетики. На билетике. На какой? Вот на той херне. Я на эту посадил. Да, я тоже здесь еще. Ник. Калинка подходит, так тыкаешь на. Съебал. И так пим. Все, два, один. А это? Меня дадут маленький образ. Мне страшно, вот это, честно, докасаться. Вдруг он зашел. А что такое вообще, как тут играть? Вот этим жестиком управляешь, что-то здесь другое. А. У нее там еще камера. Знаешь, куда сходим давай? Сколько? Это 120. Охереть. Это сколько? Дешево. Автодром. Пустили обязанные. Фамилия рождения. Пойдем туда пойдем. Дом рождения. Слышь, Нейхит, это касса мусорка, короче. Это мусорка, Нейхит. Вот этот. А я это не видел. Диванчик можно на котором сесть? Сейчас посидим. А чего вообще здесь? 1,2. Чего? 1,2 это сколько получается? 1,2. А мы поняли, просто посмотреть. Ну, посмотри. Вообще. Слышь, медведь, ты охерел? Ну, да, удобно. Я бы здесь не стал справлять. А го, здесь мою нюх справим. Кстати, сколько она стоит, интересно? Караоке. Ничего. Хочу вам 500 рублей выпросить. Нихера. Ну хотя бы 120 попадать. Вот я тоже. Я сейчас приду, Валя, включу просто видео. С кайфа это. Кстати, отключу. Чего? Можно, я снимаю спокойно хожу. Нет, я просто видео на канал выложу сегодня же, и все. Ребят, короче, я думаю, сейчас я присяду, окончу вторую часть влога. Короче, ребят, я думаю, на эту вторая часть влога подходит к концу. Или третья. Будет скоро еще четвертая. Я думаю, наверное, 4 части все-таки разделю. Это все-таки конец второй части.
мы здесь не конца так кайфуем. Здесь офигенные удобные диваны. Я вот сел, моя жирная жопа села, все спокойно. И кто-то сидит в телефоне, хочет сфоткаться. Сейчас я чисто проведу обзор этой, так сказать, игровой комнаты. Я попал в свое детство. Народ, вы просто не понимаете, какой у меня кайф. Я здесь готов остаться жить. Здесь кататься чисто в ней. Ты бы хотел здесь жить? Да. Еще Макдак поблизости или Бургер Кинг с соседним. И там тебе готовили чисто бы. От 12, 1,2 от сколько? Чего? Метра. 1,2 метра? 1,2. Пошли, давай. Объясни. Сейчас мы закончим вторую, третью часть. Я типа, если что, вот, видишь, дети просто до одной пускаются. 1,20 сантиметров. 1,20 метра. Ты, блядь, где-то так вот? Метр. Блядь, вот у меня палки, сука. 2 метра. Нет, метр. Вот у меня палки, метр. И 20 сантиметров это вот. А, получается, мы с сестрой шли? Да, тебе с сестрой придется идти. Ну и чё? Сэкономим. А ей сколько там у тебя сестры? Чё? Блядь, короче, я думаю, на это походит. Мы с сестрой где-то не так. Сейчас мы выйдем отсюда. Пошли, Ней. Да. Пошли, давай, пошли. Хорошо, хорошая идея. Пошли. Ней, там есть идея. Продадим мою камеру, короче, здесь кому-нибудь сюхаем с флешкой, со всей хуйней. И поиграем здесь. Хорошая идея, да? Только хуй тебе. Сейчас ты должен меня отпиздить. Эй, я знаю, как, куда я деньги посажу. Чисто пострелять. Да, кстати, это большие призы. Big prize. Не, ну реально, слышь. Раньше эти все хуйни, я мог... Утюг можно смотреть. Ну это, смотри, сколько нужно билетиков. 80 рублей, если бы косарю вышивать. Уходи. Не должен слышать. Я пойду, короче, посмотрю, пока эти аппараты слышу. Эти, сзади. Офигенно смотрится на это. Что здесь подключено? Как думаете, какая здесь приставка? Я так думаю, что здесь Sega. Потому что здесь именно нет, Sega. Ford Racing. У меня такая же. Такая же есть игрушка дома. Кстати, я ее хотел записывать. Три педали. Одна как подставка здесь, потому что нету. Я бы сейчас как ёбал по этой херне. Кстати, ребят, знаете, в чем прикол всей этой игры? Она мягкая. Ну, если бы они со всей дыры ёбнут. Движение там нужно. Ну, что со всей дыры, если ёбнут по ней, то она нифига себе не будет. Никс, никс. Видишь, в чем прикол этой игры? И в чем баг? Она мягкая, она мягкая. Ну, я говорю, тут удар хороший будет. Наоборот, он отлетит. И она ни хера это не отдаст. Надо кулаком, короче, туда ёбнуть и все. Да, да. Быстрее. Не бей по ней. Сэнс. Я так и знал, что это написано. Чего? В этом смогу сыграть. 40 рублей. Надо, короче, будет. Ты взяешь меня. Слышь, короче, смотри. Идем. На НГ. Я знаю, куда мы на НГ пойдем. Праздновать. Вот ты сядешь. Ребят, я думаю, на этом наш влог окончен. Пойдем по той лестнице, что мы сюда пошли? И спустимся в этот, в Олимп. Короче, ребят, я думаю, сейчас мы выйдем на лестницу. И эта часть влога будет...
окончен, да, это его рай. Мы все уже поняли, что это его рай. Да, мое детство. Ребят. Через центральный вход. Чего? А, мы сначала второй, да. На этом часть лога больше. Съезжай.